Новые ограничения вводятся в Петербурге. С 1 по 3 ноября рекомендовано перевести всех сотрудников на удаленную работу. 4-7 ноября выходные. Вводятся QR-коды. С 1 ноября сотрудники старше 60 без QR-кода переводятся на удаленную работу. С 1 ноября доступ на выставки и спортивные мероприятия численностью более 40 человек по QR-кодам. С 15 ноября доступ в бассейны, театры, кино, музеи на выставки только по QR-коду. 1 декабря на QR-коды переводятся рестораны и магазины, кроме продовольственных и аптек.